Продолжаем тему снятия измерений. Здесь мне хочется буквально несколько слов сказать о том, зачем я при снятии мерочек сравниваю их с характеристиками стандартной фигуры. Доводы в эту пользу следующие. Значит, наша задача с вами, помним об этом всегда, спрятать недостатки и подчеркнуть достоинства. Когда у вас фигурка ровненькая, хорошая, правильная, то проблем никаких нет. Но если только она не очень ровненькая, не очень правильная, то получается очень неприятная ситуация. Расскажу вам буквально несколько примеров из жизни. Когда я только-только пришла работать в ателье, тогда люди пользовались все методика работы в ателье закройщиков была с помощью стандартных выкроек, которые развешивались по стенкам. Она брала эту выкройку и обводила ее определенным образом и таким образом выкраивала заказчице платье. Там в этих унифицированных выкройках всегда закладывались довольно-таки большие прибавки для страховки, для того, чтобы не обузить изделие, для того, чтобы его не испортить. И вот одевает у меня вот моя коллега такую платьишко на фигурку, а та, я слышу разговор за стенкой, кабинки были рядом, очень близко, через занавесочку все было слышно, я меряю свое, она меряет свое, и я слышу разговор, ну что это такое, говорит клиент недовольным голосом. А та ей отвечает, Галина Павловна, говорит, сейчас все будет хорошо. И начинает убирать вот эти вот лишнюю ткань с помощью булавочек. То есть она идеально с помощью булавочек пытается усадить вот эту большое вот это платьице с большими прибавками на свободу облегания, на эту фигурку. И в конце концов ей это удается. Потом она делает разбор после того, как клиент ушел, и у нее получается очень много больших изменений. Если я свою большую кучу, мы до 20 изделий за один день, бывает, примеряли, бывало время примеряли, когда был еще спрос и ажиотаж на эту работу, я разбирала ее за 20 минут, за 30 минут и отдавала в бригаду, а Галина Павловна сидела по 2-3 смены, потому что изменения были такие большие, что бригадиру было непонятно, что там дальше с этим платьем делать. Но в результате такой старательной работы Галина Павловна, она идеально сажала это платье на эту женщину. А что получалось потом? Приходят в ателье две подруги. Обе, ну, условно говоря, 50-го размера. И одна подруга всем довольна, а вторая подруга говорит, почему, говорит, вот я одеваю вещи, которые вы на нее шили, они на мне сидят хорошо, а мне вы все портите, посмотрите, какая я безобразная. Да это опять же все исходит от этой же ситуации. Потому что вторая подружка, она, видимо, немножко несимметричная, немножко не одинаковая какая-то, хотя она и 50-го размера. И вот тот подход, который я считаю в корне неправильный, но который, к сожалению, сегодня применяется еще очень-очень часто и очень-очень широко в жизни, я не могу его победить. Он неправильный, потому что вот так старательно, обеспечивая идеальную посадку, устраняя всяческие заломчики на платьице, да, мы только показываем эти недостатки. Нельзя этого делать. Выкройки, которые вы строите, они должны быть сбалансированы, они должны быть очень хороши. Следующая наша задача – это прибавки, выбрать правильную прибавку, потому что к нашим мерочкам, которые мы сегодня с вами, которые мы сняли, мы должны будем прибавить какие-то величины. Это будет расстояние от тела до одежды, об этом поговорим тоже в следующем занятии, а пока чуть-чуть назад. Так вот, мы будем выбирать эти прибавки в унифицированных лекалах, в выкройках, которые вы часто покупаете, эти прибавки бывают очень велики. Опять же, для того, чтобы была страховка, это неправильно. В моей методике, мои прибавки, как я улыбаюсь, говорю, самые маленькие в мире прибавки, потому что только тогда мы видим то, что хотим увидеть во время примерочки. Только тогда, когда вы построили действительно идеальную выкройку, вы рассчитали все, пока она у вас лежит на столе, вам не приходится потом вкалывать в ваше изделие кучу-кучу булавочек для того, чтобы подогнать, посадить и обеспечить вот эту вот нужную вам посадку и нужное вам прилегание. Так вот, одним из доводов
того, что мерки нужно приблизить к стандартным, является то, что тогда они прячут наши недостатки. И еще, как вы думаете, почему имеют такой большой коммерческий успех производители, известные производители дорогих марок от Армани и прочее, прочее? Да именно потому, что в основе их выкроек лежит базовая конструкция, которая построена на фигурку стандартную, с правильными пропорциями, с правильными вот этими измерениями, которые дружат все друг с другом, которые подходят друг другу. И когда одежда сшита именно на сбалансированную фигурку, на фигурку с правильными пропорциями, то с помощью вот опять же маневрирования вот этих вот величин прибавок, вот этого расстояния от тела до одежды, она коммерчески успешна. Почему? Потому что она подходит и немножко перегибистой фигурке, и немножко сутулой, и немножко верхнего типа, и немножко нижнего типа. Просто за счет прибавок на каких-то участках тела этот жакетик, допустим, будет немножко шире или немножко уже, чем у стандартной фигуры, чем было запланировано, но это вам подходит, и это вас украшает. И именно одежда лепит контуры, контуры правильные, контуры пропорциональные и контуры гармоничные. Ведь понимая это и зная это, можно прекрасно исправлять неправильные пропорции, низкую талию делать высокой, например, узкие бедрышки делать чуть шире. И так далее, и так далее, и так далее. И все это учитывается в индивидуальном пошиве. И все это я учитываю и учу этому вас на своих занятиях. Поэтому будет возможность, записывайтесь, приходите рассказывать обо всех индивидуальностях и тонкостях. Их так много, просто нереально. Если я в это все буду погружаться, я не смогу довести до конца задуманный проект. А задуманный проект состоит в следующем. Я должна вот на Ютубе, вот на этом канале всех научить кроить, строить правильную выкройку. Поэтому будем двигаться дальше. Следующий шаг – это прибавки. На этом я сделаю остановку, и мы поговорим о них в следующий раз.